Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. И как вы видите, у нас закончился таки сезон 60-й. И я получаю награды свои. Ух! Так, ну что же. 7 паков, ребята, 7. Я надеюсь, нам выпадет, ну хотя бы какая-нибудь легендарочка. Смотрим. Так, это у нас необычные. Ничего тут такого сверхсущественного я не вижу. Так, редкие пошли. Ага, крахмал, фантом гриб. Угу. Так, мега редкие. О, вот это хорошая карта. Да ладно, вы серьезно? Зачем, блин? Ну почему, ребята? Так, и какой нам дадут... Оу, 30 ранг сразу же, друзья мои. Ну, как ты понял, не дали нам, к сожалению, ни одной легендарной карты, но зато нам дали дальше продвижение лиги. Ребята, это, как по мне, самое лучшее. Ну что, давай попробуем нанести 20 единиц урона героям Нептусью и Цитроном. Значит, возьмем Цитрона. Поехали. 20 единиц урона нанесите, пожалуйста, Цитроном. Так, и против нас профессор Кислый Щей. Не забывайте, ребята, что сейчас после отката будут очень мощные ребята против нас играть. Да иди ты в пень, ты что делаешь-то, эй, игра. Два ореха мне сразу, вот эти по 9. Ну это нормально разве, а? На тебе, супостат-то несчастный. А мы вот так сделаем. Ага. Да чтоб тебя, а. Мне нечего делать. Абсолютно, ребята, нечего делать. Уничтожает. Ну ладно. Доволен такой, да? Так, ну что, у нас есть орех. Давай-ка я, наверное, все-таки сделаю вот так вот. Так, пускай там вытягивает две карты. А у нас этот на ландшафте, да? Рикошет зомби делает. Хорошо. А что, если я сделаю... Вот так. Танцовщики. А на что он рассчитывает, не могу понять. Ну да, влупит он нам сейчас, конечно, прилично так. Ну, у меня еще есть один орех. Будем орехами его душить. Оу, воу, воу. Все, это фейл, друзья. Это фейл. Ну что я могу сказать? Ну не повезло Цитрону. Че сделаешь? Такая вот у нас колода невезучая. Хотя на самом деле она нормальная. Просто немножко нам не повезло с картами, и все. Ржавый разряд. Ну, давай посмотрим. Да что такие дорогие карты-то, ёпрасоте, ну. Вот где вот это вот было раньше, а?
Поехали. Давай так сделаем. Да здравствуйте. Даже не успел ничего сделать. Просто, ребят, даже урона не нанес. Ну как же так-то? Десятого уровня. Сбот 11. Типа зомбобот. Ну, в принципе, нормуль. Вот это, конечно, трэш. Ну, не знаю, ребята. Давай посмотрим, есть у него валун или нету. Да ладно, валуна нету. Серьезно? Мне казалось, что валун должен быть везде. У каждого ржавого разряда должен быть валун в запасе. Но не у этого. Так. Ну что, прикроемся, наверное, да? Прикроем себе задницу, так сказать. Нам урон ни к чему. Потом достанем этот орешек, еще вытянем карту. И так потихонечку, глядишь, до зимы доживем. Так, доборы какие-то у него идут тут. О, о, проснулся. Перемещает куда-то. Ну, перемещай. Ага, и чего? Даже добить не смог, прикинь. Даже не смог чувак добить. А я вот так тогда сделаю. Да это тебе не поможет. На. Так, сейчас 9 в лицо прилетит. Ой, тебе, парень, сейчас 9 в лицо прилетит. Все, можешь уже тут ничего не делать. Там просто уже бесполезно сопротивляться, когда, извини меня, такой орешек даст по зубам, мало не покажется. И самое главное, чтобы не уничтожить заклинанием-то никаким. Ну вот, за Цитрона мы отыграли. Теперь вот за Нептусь надо мучиться. Где у нас Нептусь? Вот она. Если я не ошибаюсь, за Нептусь, когда мы играли, там, по-моему, колода у нас на пиратах была. Колода на пиратах. Ну, сейчас посмотрим. Долго ждем. Наконец-то. И это у нас Бонг Чой. И это у нас Бонг Чой. Собственно, персоны. Как бы пойдет. Но, может быть, так, наверное, будет получше. Еще проверим. Но ведь кто-нибудь у него есть же за две энергии-то. Иначе я потом поставлю вот этого. Нету. А нет, вон он поставил ханышку туда, видишь. Прокачался чуть-чуть, да?
Если я вот так вот сделаю. Хм. Почему я не удивлен, ребят? Ладно. Поехали. Так, защитушка. Защитушка. Поставим сюда. Так. Как бы лучше сделать-то? Как бы лучше сделать? Давай, наверное, вот так сделаем. А там уже посмотрим. Там потом можно будет... О, вот как он делает. Ладно. Будем смотреть, что он предпримет. Ну, выкинем его, конечно же, ребят. Так, что делает? Конечно, выкидываем. Благородная, да, тут появилась у нас. Как лучше сделать-то мне? Ну, наверное, так лучше сделать. Погнали. Давай сюда поставим. Да и хорош, наверное, пока. Огурец, огурец, огурчик. Такс, 3, 2, 5. Да? 5 получается урона. Сделаем так и сделаем вот так. Поехали. Угу. Так, ну два в лицо. Так, мы можем сдуть этого. Чертовой бабушки, да? Можем. И мы, наверное, сдуем. Или же мне лучше сделать так. Хорош пока, наверное. Но уничтожил. Далее что? И все, что ли? Угу. Так, здесь.
Сделаем вот так. И, наверное, вот так. Что он сейчас тут задумает? Так, друзья, ну нам придется сделать 4 в лицо, ведь неохота получать. Нет. Поэтому убираем отсюда этого хламона. Он же сейчас неуязвимку поставит. Наверное, на кактус, да, я так понимаю. А, у него добор. У него добор, оказывается, здесь был. Да, я поставлю так. И вот так. Двойная. Так, допустим. Здесь стоят шипы. Одни ландшафты, что ли, у тебя остались, парень? Вот так вот, да, значит, ты делаешь. Стоит ли мне убирать пирата? Наверное, не стоит. Поехали. Ага. Так, и еще. Еще урон. Блин, у него сработает защита. А? Ну чтоб его. Надо было все-таки пирата играть. Давай я сделаю так. И вот так. Да. И все? Ну, я думаю, он понял, что ему хана. Да, ребят? Он ведь понял, что ему хана. Да, поехали. Этого, конечно, мы потеряем. Его уничтожат, потому что он два хода будет ходить. Ну, а мы его уничтожаем. Ха-ха, е! Друзья мои. Шикадрыга. Или как вам, шикадрыга? Я же забыл, как я там обычно говорю. Ну, шикадрыга, допустим. В плане. Я что-то не понял. Я же ему... Нанес 20 единиц урона, вы чё? Вы что-то там попутали, по-моему, господа хорошие. 20 единиц урона было нанесено. С какого припуга я еще не доделал? Ой-ой-ой-ой-ой, зеленая тень. Ну что, ребят, давайте попробуем. Зеленая тень. Тоже 30 ранг, значит, он был в высшей лиге. Сам понимаешь, да? Ну, давай проверку сделаем. Ведь 100% на этих будет работать. На фасольках. Не может он играть не на фасольках. Оу. Слушай-ка. Слушай-ка, хорошая карта, ребята, выпала нам вот эта. Ну, десятка, правда. Опа, на.
Сдуть его надо. Нам его надо сдуть. Давай вот так вот. Молодец, заморозил. Зато я буду знать, что у тебя там. Зато я буду знать, что у тебя там. Пока хорош. Но замораживать, что ли, собрался? Ну, мы сделаем так. Сдулся нахламоныш. А я вот не знаю, что дальше-то сделать. Ну, пока все. Ну, он может заморозить его. Угу. Ну, он меня этим не удивил вообще нисколечко. Раздавим. Как хорошо. Давай так проверим. Так, и вот так вот. Сделаем еще. Ух. Ну, опять же, заморозка, как всегда. Че он еще может чудануть? Конечно же, заморозка. Не без этого. Все, что ли? Как мне вот этого ханыгу достать? Я, в принципе, нашел. Я нашел, ребята, вариант. Ну, давай. Ага. Поехали. Все, уничтожил он мне арбуз. Ой, арбуз моего этого. Ну где твои замораживающие могилы-то? Ага, вот он что делает. Хе-хе-хе, ну ладно. Ну что у нас там дальше идет по программе дня?
Ну, что он там будет сейчас придумывать? Он может сюда поставить, конечно, заморозить обоих. Но он делает вот так вот. Мы его спрячем. И тогда, наверное, лучше вот так вот спрятать. Хотя нет, сюда вот. Угу. Пропускаем. А теперь делаем вот так вот. Ой, хорошо-то как. Ой, какая благодать-то, ребята. Погнали. Иди нафиг. Ха-ха, сыкунишка. Сразу же. Сразу в кусты побежал, щенок. Правильно, бойся Рея. Ну что, друзья мои, тут вроде бы нормуль. Нам надо попробовать ежедневно. Ай, головоломная вечеринка, я не хочу, ребят, ее проходить, все равно не получится. Так, что-то у меня там кто-то из свежаков появился. Фига себе из свежаков, да тут дофига кто у меня появился. Баранчик Шон в бою. 30-го ранга тоже баранчик Шон высшую лигу получил. Ладно, давай еще одну партию сыграем. Но только я сыграю за того, за кого я хочу. А хочу я попробовать за орех. Ну, чтобы получить уже 31-й ранг. И против нас идет профессор. Но профессор у нас не особо там на прокачке, да? А давай сюда поставим. Такс. Сюда поставим. Так, ну что, нам сейчас придется хильнуться. Делай ты там, что хочешь. Ну, все. Так, 4. Есть кактусенок у нас. Ну, давай сделаем так. Даже, наверное, вот так лучше. Ну, понятно, вытягивает карты. Конечно же, только на заклинашках. И создает случайного зомби. О, нормально. Мне бы что-нибудь получить, какую-нибудь хилочку, в конце концов. Две единицы урона. И сюда. Ну, что ж поделаешь, ребят. Кактус выпал. Выпал мне кактус. Блин, добор мы ему дали.
Давай сделаем так. И вот так. Только не говори, что у тебя курабойщик, а? Под танцовщиков. Они все встали ровным счетом не туда, куда надо. Ну что ты там еще выставишь? Ну вот так вот, да? Ох, бомбить будет, да? Я так и понял. Во-первых, сделаем так. Это раз. И вот так сделаем. У него 6 хп, у меня 5 хп. У меня защита будет однозначно, у него тоже. Ну тут понятно, доборы карт. Эврика там, да, Эврика. Сейчас мы ему... А ему все, крышка, ребят. Все, 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 мы получаем, мы ему сейчас наносим 4 единицы урона. Смотри, раз. Два. И крокодила бьет. И крокодил добьет. Это я уже выпендриваюсь. До свидания. Он, ребята, чуть-чуть не выдержал. Чуть-чуть бы, вот если бы он смог бы 8, тогда бы он меня сразу бы смог пробить. Он рановато поставил свои пугалы, это огородные. Это его проблемы, на самом деле. Так, ну что, дорогие друзья, самое главное, что у нас продолжается сезон, это меня очень радует, а мы на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.